каким будет бюджет региона в 2016 году. В Курской областной думе прошли общественные слушания по проекту главного финансового закона. Экономисты, общественные деятели, ученые и парламентарии обсуждали документ, подготовленный в стенах Дома Советов. Доходы областного бюджета в 2016 году должны превысить 35 миллиардов 680 миллионов рублей. Ожидается, что налогов будет собрано почти на 8% больше, чем в 2015. Согласно озвученному плану социально-экономического развития региона, ожидается рост прибыли предприятий, внутреннего валового продукта. Эксперты с оптимизмом смотрят на сельское хозяйство, перерабатывающую отрасль, энергетику, машиностроение, горно-рудное производство. Остается в приоритете и социальная сфера. Более 70% доходной части бюджета будет израсходовано на выплаты учителям, врачам, воспитателям детских садов, на культуру, спорт, науку. Поэтому мы говорим о том, что именно социальная составляющая является основной. Бюджет Курской области в 2016 году можно назвать бюджетом социального развития. Предусматривается выделение средств на возведение школ, детских садов и завершение одной из главных строек региона – онкологического центра. На эти цели тоже предусмотрены в федеральном бюджете, и мы в областном бюджете свыше 400 миллионов предусматриваем на софинансирование этого объекта. Несмотря на оптимизм, с которым сверстан бюджет на будущий год, расходы превысят доходы. Дефицит составит 2 миллиарда 620 миллионов рублей. Но этот показатель значительно ниже, чем в 2015-м. Теперь к работе над проектом главного финансового закона приступят депутаты. Тарас Степаненко, Антон Судженко, телеканал «Сейм».